Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Совсем недавно мне поступил заказ на новогоднее украшение. Клиент попросил сделать нетяжелое украшение под белое платье. А загрузив видео изделия в Instagram, многие девочки попросили МК на данную работу. Обязательно подписывайтесь на меня в Instagram, ссылку на него оставлю в описании. Туда я загружаю фото и видео своих работ, но также там вы можете сделать заказ на мои изделия. Отправка изделий по территории Беларуси и России. Для изготовления нам понадобятся самые обычные и недорогие материалы. Это фатин и глиттерный фоамиран, что позволяет поставить невысокую цену на изделие. Работа совсем не сложна, и на ее изготовление у вас уйдет не более 30 минут. Основное украшение на ободке – это снежинка, которую мы сделаем из глиттерного фоамирана. Девочки, только на сайте Декорики Бай он премиум класса. Блестки нанесены плотно, густо и самое главное, он практически не осыпается и не требует никаких дополнительных обработок. Изделия из такого глиттерного фоамирана служить будут долго. Но это еще не вся моя покупка. Недавно на сайте появились очень крутые сборные патчи из кожзама на фетровой основе. Только посмотрите, какие они красивые. У меня уже чешутся ручки, чтобы с ними поработать. Как всегда, не смогла пройти мимо открыток и бирочек. Это также новинка сайта. Они плотные, яркие, четкие и оригинальный рисунок. Бирочек взяла много, наборами по 5 штук. Стоят они совсем недорого, всего 10 копеек за штуку. И еще поделюсь дополнительной информацией. На открытке новогодней тематики на сайт Декорики Бай скидка 20%. Спешите, их осталось совсем немного. Пополнила запасы двухсторонней замши. Очень люблю с ней работать, и бантики из замши в продаже всегда пользуются спросом. Это был весь мой заказ с сайта Декорики Бай, а мы приступаем к изготовлению новогоднего ободка. Шаблон снежинку я также приобретала в Декориках, но если у вас нет такого шаблона, ссылочку на него оставлю в описании, вы его можете распечатать и вырезать из картона. Обрезки из глиттерного фоамирана я теперь не выбрасываю. Из небольших остатков мы будем вырубать снежинки при помощи дырокола. Да-да, дырокольчики я также приобретала в Декориках.
И как обычно, крепление на ободке у нас будет съемное, и для этого нам понадобится резинка. Ободок я буду использовать полиуретановый шириной 1 см с зубчиками. И заранее я его обклеила бархатной лентой с люрексом. И как видите, наша снежинка легко перемещается по ободку, и в этом ей помогает резинка. Если честно, я даже не ожидала, что моим клиентам так понравится данная работа. И посмотрите, сколько снежинок у меня уже заказали. Надеюсь, вам также понравится данная работа. Делается она быстро и просто, и ничего сложного в ее изготовлении нет. С вами была Янина Воропаева. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и не забывайте нажимать колокольчик, чтобы первыми увидеть мои новые видео. Всем пока-пока!